Шалом, друзья! Сегодня 6 число месяца Тамуз, и мы с вами продолжаем рассматривать понятие тшува. Иногда супруги могут находиться в одном помещении, вроде бы недалеко друг от друга, однако глядеть в противоположные стороны и поэтому находиться друг от друга дальше всех в мире. Стоит лишь слегка развернуться, обратиться лицом в сторону супруга, и моментально они вернулись друг к другу. Так же обстоят дела у нас со Всевышним. Возможно, мы смотрели не туда, но стоит развернуться, принять решение об изменении курса, и мы моментально к нему возвращаемся. Это решение о том, что мы оставляем грех и опять будем в полной мере выполнять желание Творца, называется тшува. Если смотреть глубже, то тшува – это возвращение к самим себе, к тому, кто мы на самом деле и в чем состоит наше предназначение в мире. Сделать тшуву означает вернуться к себе и открыть свое истинное внутреннее «я», которое заключается, разумеется, в желании выполнять волю Творца. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч! Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.